Весна. Наконец-то настоящая, а не вот этот четвертый месяц зимы. Птички поют, цветочки распускаются, ну и вот это вот все. Лепота. Но стопе, в центре нашего внимания, как обычно, будет смартфон. И его смело можно отнести к категории дичи. Брендовой дичи, потому что это Sharp. А смартфоны данного бренда никогда не были скучными. Так что присаживайтесь поудобнее, будем смотреть, что японцы учудили на этот раз. Итак, Sharp Aquas V. Он свободно продается на Алиэкспресс, где, собственно говоря, и был мной куплен. Ценник абсолютно вменяемый. $130, или если смотреть в рублях, примерно червонец. И это без учета всевозможных скидок, а за скидочными промокодами вы сами знаете, куда обращаться. Телеграм-канал и группа ВКонтакте указаны в описании. Прокомментирую то, что увидел в процессе распаковки. Здесь нам в первую очередь интересен, конечно, комплект. Одна толстенная инструкция. Вторая толстенная инструкция, причем точно такая же, это тупо дубликат. Еще один толстенький буклет. Где-то сейчас заплакал эколог и лицемерные маркетологи Apple заодно. Ну как это, все вокруг типа борются за экологию, а тут, видите ли, японцы вырубают леса и пускают их на макулатуру. Вот же зверюги. Да как так можно вообще? Но если серьезно, я тоже не въехал, зачем столько бумаги, в частности, нахрена две одинаковые инструкции. Кстати, в буклетах информация представлена на самых разных языках. В комплекте имеются вот такие проводные наушники, и вы знаете, они на удивление классные. У меня есть старенькие Xiaomi-шные гибриды, и они звучат не намного-то и круче, а по запасу громкости гибриды вообще уступают наушникам от Sharp. Прикольно. Но на этом все прикольности и закончились, потому что комплектная зарядка всего лишь на 10 ватт, да и какая-то она легкая и оставляет ощущение дешевки. Естественно, кабель и открывашка сим-лотка тоже в наличии, а вот чехла нет. И очень зря, потому что смартфон у нас черный, других цветов я не встречал в продаже. Смартфон у нас глянцевый, нежный, царапучий. Да я только за время теста успел посадить на него пару царапин. Да, на Алиэкспресс есть недорогие чехлы под эту модель, но хотелось бы в комплекте получить какую-нибудь прозрачную калошу. Сразу скажу, это глобальная версия, то есть смартфон не требует никаких танцев с бубнами вокруг него. Сразу из коробки получаем полную мультиязычность. Включил, настроил и погнал. После подключения к сети прилетело небольшое обновление на 70 мегабайт. Скачалось оно быстро, но почему-то устанавливалось очень долго, наверное, минут 15. Короче, я чуть не уснул. А теперь поговорим о корпусе. Сперва показалось, что сзади стекло. Но нет. Все-таки это пластик, но очень хорошо имитирующий стекло. Боковые торцы тоже пластиковые, и здесь также имитация, но на этот раз под матовый металл. USB-C, динамики, микрофон снизу, джек 3,5 мм и второй микрофон сверху. Кнопки на правом торце, они не болтаются и не люфтят. И на левой грани расположен пластиковый лоток с гибридной системой слотов. Сканер отпечатков, как вы уже заметили, находится сзади, срабатывает он точно, но не спеша. Такая скорость распознавания уже давно не впечатляет. Внешний вид у смартфона явно устаревший и банальный. Сзади он мне напомнил Meizu Note 8, правда Meizu был металлическим монолитом в отличие от этого Sharp. Да и лицевая часть настоящий привет из 2018 года, широченная борода и точно такой же широкий лобешник. Да и боковые рамки тоже не самые узкие. Стиль модерн? Под старину. И вот тут можно было бы сделать скидку на возраст. Можно было бы, если бы смартфон и правда был выпущен в 2018, ну или ладно, даже в 2019 году. Но в том-то и прикол, Aquas V произведен не так уж и давно, в 2020 году. Не знаю, чем думали дизайнеры, ведь в 2020 другие бренды уже полным ходом клепали узкорамочные смартфоны. Да тот же Mi 9T из 2019 прекрасный тому пример. А теперь запустим машину времени и вернемся на 3 года назад. Именно тогда, весной 2018 года, я сделал обзор Sharp Aquas S2. Да. Сейчас он смотрится нелепо, но нужно понимать, что на момент его выхода так называемая безрамочность только-только зарождалась, и S2 пусть и выглядел странновато со своей огромной каплей и скошенными углами дисплея, но это был необычный смартфон, не похожий на остальные, и этим он и привлекал внимание. Неспроста я назвал свой обзор «Смартфон с другой планеты», так оно и было. Но Aquas V совсем не такой, в его внешности нет даже малейшего намека на харизму. Но, как говорит мой дед, не человек красит яйца, а яйца красят человека. Да не это, дед. Не забор красит человека, а человек красит забор. Да про одежду у тебя была фраза, ну. Не одежда красит человека, а человек одежду. Не одежда красит человека, а его добрые дела, дед. Ну ты чё, не с той ноги встал что ли? В общем, с дизайном не задалось, а на какие добрые дела способен этот смарт, мы еще с вами посмотрим. А пока что переведем фокус на экран. 5,9 дюйма. Господа, вы еще помните такой размер? Сейчас это большая-большая редкость. Но опять же, из-за широких рамок я не могу сказать, что Aquas V это
образец компактности. Вот он рядом с Galaxy A52 и старичком Redmi Note 7. Да, Sharp немного короче, но в целом разница между ними не так уж и велика. Так вот, опять отвлеклись, экран. Это IPS-матрица с Full HD разрешением. Вообще, компания Sharp всегда славилась своими фирменными экзодисплеями, в которых в качестве полупроводников использовался не кремний, а оксиды индия, галлия и цинка. Экзодисплеи являлись визитной карточкой этого бренда. Я не знаю, продолжает ли компания Sharp выпуск собственных панелей, но в Aquas V они использовали явно не экзоматрицу. Да, здесь неплохой запас яркости с учетом того, что это IPS, но мне не хватает контрастности и насыщенности цветов. Как-то все-таки бледновато смотрится картинка. Зажрался. Да нет, дело не в том, что я зажрался и пользуюсь AMOLED-ом. Нет, просто есть более цветастые и контрастные IPS-экраны, а также отмечу излишне холодный белый цвет. Да, есть возможность активировать ночной режим, но там уже наоборот слишком теплые тона даже на минималках. На вас не угодишь. Еще как угодишь. Вот в плане железа аппарат полностью оправдывает свою текущую цену и дает даже немного больше. Ну что мы с вами можем купить за 10 тысяч рублей? Ну какой-нибудь условный Redmi 9 на Helio G80. Sharp за эти деньги предлагает нам прекрасно известный 835 Snapdragon. Да, старичок, но знаю я таких дедуганов. Стар я уже по бабам бегать. Несите их всех сюда. Вот и 835 еще ого-го. Не будем забывать, это флагманский чип, и тот потенциал, который в него был заложен, дает о себе знать до сих пор. Да, в тротлинг-тесте наш старичок начал немного закашливаться уже спустя 2 минуты теста. Но на повседневной работе это никоим образом не сказывается, да и в игры погонять можно. Конечно, 835 не может обеспечить плавный гейминг в такой тяжеленной игре, как, например, Genshin Impact. Там лучше сразу ставить минимальный графон, но в остальные игрухи без проблем. Те же танки летают на максимальной графике, Adreno 540 еще кое-что может. Накопитель на 64 гигабайта, причем память в адеквате, это UFS 2.2, оперативы 4 гига. Да, сейчас 4 гигами никого не удивишь, конечно, но этому смартфону такого объема АЗУ хватает, потому что здесь нет тяжелой оболочки, как MIUI или One UI. Получаем ничем не нагруженный Android без каких-либо надстроек над ним. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что система простая и легкая. Плохо, потому что обновлений уже не будет. Да, после включения ко мне прилетел февральский патч безопасности, но на полноценное обновление тут вряд ли можно рассчитывать. На борту 9 Android, и с ним и придется жить все время. В некоторых моментах у тебя конкретно связаны руки. Лично мне не хватает привычного управления свайпами. Здесь мы можем лишь активировать стоковые жесты Android Pie в нижней части экрана, которые так и не прижились в народе, что и понятно, удобными их не назвать. Из плохого, омерзительный виброотклик, который вызывает одно единственное желание – отключить его и больше никогда к нему не возвращаться. Ну и не могу ничего хорошего сказать о мультимедийном динамике, он здесь один, и из него вылетают исключительно высокие частоты. Wi-Fi на 2 диапазона, записи разговоров нет, датчик приближения отрабатывает идеально, микрофон, слуховой динамик в полном порядке. Светодиода индикации нет, но реализовано подобие Always On Display, как на смартфонах Motorola, когда ты берешь смарт в руку и на выключенном экране всплывают часы и пиктограммы уведомлений. Модуля NFC, к сожалению, нет, и это тоже минус. Ну и давайте камеру посмотрим, она у нас двойная, обе камеры на 13 мегапикселей и имеют один и тот же сенсор Sony IMX258. Это старый датчик, который использовался еще в LG G6 и в смартфонах Leica, земля им пухом. При этом польза второй камеры тут крайне сомнительна, она задействуется только для имитации боке. Но главная фишка камеры этого Шарпея, конечно, оптическая стабилизация. Для понимания зайдем на e-каталог, здесь есть отличные поисковые фильтры, поставим галку на смартфоны, нам нужны именно они, а дальше спускаемся ниже и находим характеристики камер. Тут можно задать любые значения, но нас интересует именно наличие оптостаба. Почти 1500 моделей предлагает нам сервис, давайте посмотрим. И просматривая выдачу, мы видим, что в основном это дорогие флагманские аппараты, чаще всего айфоны, самсунги, встречаются OnePlus и топчики от Xiaomi. Да, мы с вами уже видели, что Samsung начинает внедрять оптостаб в свои доступные смартфоны. Galaxy A52 тому яркий пример, но это все еще редкость, так что за 130 баксов фишка и правда, можно сказать, уникальная. В качестве соперника для Sharp я выбрал уже упомянутый Redmi 9, опять же исходя из равной цены. Это портретный режим, Redmi дает больше угол захвата, а также у него мне больше понравилась цветопередача, она более естественная. Да и вообще качество размытия справа все-таки на уровень выше, слева заметны огрехи в работе алгоритмов. А вот ночью Redmi как-то зазеленил, а детализация и общий уровень фото в целом у этих смартфонов вполне сопоставимы. Режим ночной съемки отсутствует, но зато можно накатить Google камеру, ее вы можете найти в обсуждении Aquas V на форуме FPDA. Оба эти снимка сделаны на Sharp. С
слева сток, справа G-кам. И как видите, Google камера выцепляет из темноты больше объектов, делает фото светлее. Да, появляется больше шумов, но шумы в разумных пределах. Фронталочка на 8 мегапикселей, она ничем особенным не выделяется, отмечу лишь ее способность снимать Full HD видео с электронной стабилизацией, но меня больше интересовало видео с основной камерой. Sharp Aquas V, съемка в движении, проверяем стабилизация, как работает, проверяем, как пишется звук, 1, 2, 3, 4, 5. Проверяем работу автофокуса, Дэн, давай самокат в кадр, убирай, верни, убирай, возвращай. Работает, спасибо, свободен. Да, оптический стабилизатор отрабатывает, но стабилизация такая, я бы сказал, лайтовая. При съемке в движении все равно есть небольшая тряска. Также смартфон умеет снимать видео 4К и там тоже активен оптический стаб. При недостатке света камера слепнет, поэтому вечером и тем более ночью с ней делать нечего. Сказывается наличие старенького сенсора. А еще можно снимать вот такие замедленные видосики slow motion, но уже в ухудшенном качестве при разрешении 720p и без звука. Чисто побаловаться. Хорошей емкой батареей смартфон похвастать, к сожалению, не может. Здесь аккум всего на 3100 мА. Ну японский бог, ну можно было бы ну хотя бы 3500 воткнуть, ну ё-моё. Как результат, получаем расход в играх 23-24% за 1 час, а в режиме проигрывания видео онлайн он продержался 10,5 часов. Да, результаты явно ниже среднего. Пробовал заряжать его сторонней 18-ваттной зарядкой и получил час 35 с нуля до 100%. По современным меркам и с учетом небольшой емкости это медленно. Итак, имеем не совсем стандартный аппарат, в который поставили устаревший, но при этом флагманский проц, воткнули оптический стаб, но при этом во всем остальном это бюджетник. Устаревший корпус, ничем не примечательный экран, дешевый динамик, нет модуля NFC и даже на сенсоре камеры сэкономили, откопав где-то допотопный датчик. Но это все ладно, меня знаете, что расстроило? Ну-ка. Ну нет в нем той самой японской харизмы, нет этой оригинальности. Я помню, Aquas S2 меня действительно впечатлил 3 года назад, я реально тогда кайфанул. Да, там тоже были моменты, на которых сэкономили, но тот смартфон действительно выделялся, это был незаурядный девайс. И не только из-за своей необычной внешности, там даже оболочка была своя, не такая как у всех, а это серьезно влияет на восприятие смартфона. Здесь же мы получаем обычный пустой Android, да еще и не первой свежести. Да, в совокупности, с учетом цены и характеристик, смартфон имеет право на существование, но приличный набор компромиссов не позволяет мне сказать: пацаны, это топчик. Нет, я наверное за эти деньги взял бы какой-то современный сбалансированный бюджетник, но это я, а ваше мнение я почитаю в комментариях. Пишите письма. А что касается пресловутого японского духа, да, понятно, что сейчас все делают в Китае и шарпы тоже собираются в Поднебесной, но Aquas V не оставил после себя даже малейшего привкуса от того японского вкуса, который дал мне в свое время Aquas S2. А ведь ради этого я его и заказывал. Пока.